Буэнос, Диас Перца. Ядерный рассвет снова заряет ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем катать Need for Speed Most Wanted. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки. Будет жарко. Поехали. Херня в чё? Я всё-таки добил в прошлых дублях оставшиеся пару гонок сегодня, поэтому у нас на очереди не игра. Единственная проблема в том, что первую гонку я прохожу нормально, а вот со второй мне никак не совладать. Поэтому есть, конечно, обходной вариант. Как в одном из прошлых дублей 17 серии я нахерачил порядка 40 минут хронометража, но толку было, мягко говоря, хуй. Это учитывайте, что вот этот вот Запорожец у меня прокачан как надо. Да ладно, медленно. Потому что я кофейку не выпил вчера. Но я вам рассказываю. Дубли было сделано штуки 4, наверное. Так, давайте-ка посмотрим. Так, Развалюша. SL500 побыстрее. Но он нихера не рулится. GTO. Такая же история. Ну, Vauxhall то же самое, только косорылое. Cayman S. 2 из 5 ровно максималка. Но, блядь, в прошлом дубле я Каймана продал к херам. Почему? Потому что это ведро. Охуеть, как склонно к заносам. Ну, честно, на данный момент это вот самое быстрое, что мне доступно. Следующей тачке надо брать либо RX-7, либо уже проходить трех боссов и тащить на Астон Мартин. А из тех ведер, которые у нас в наличии, так, ускорение управляемость по полторашке, максимум 1,7. Не на чем тут ездить, не на чем. В итоге придется превозмогать. Я, конечно, думал попробовать все-таки сменить ведро. Блять, на Кайман я садиться не хочу. А все остальное нихуяшеньки не едет. Просто нихуяшеньки. В итоге у нас будет японское дерби. Лансер против Лансера. Но у него, как мне кажется, Лансер все-таки позлее. Потом сравним со своим. На стоке валим боком, блять. Если истреб пройти, ну, прям вообще не проблема, то дальше уже начинаются приколы. Кстати, трафика мало не находится. Топить. Так, 242. Духа 207. Так, пидор рядом, я слушаю моторчики. О, блять, вот это косяк. Придется нагонять. Ладно, хер с ним. Вот из таких моментов он точно не выиграет эту гонку. Оп. 220. Хм, 5-5-5. Ну вот, видите, первым же тикетом я вернул себе лидерство. Красота.
Ах ты ж падла. Блять, маловато. Ладно, сойдет так. Кто мне скажет, какого хуя я опять разложился? Красивый сейв. Так, 206. Не, ну все, не гритос, это габелло. Чуть-чуть неправильно зарулил, хотел колеса боком поставить. Давайте попробуем заехать в принтец. Потому что вроде как истребитель я прошел более-менее чисто. Что, естественно, не может не радовать, но, блядь. Именно в более-менее стандартных гонках я начинаю продристывать. Я вчера тоже думал, когда дубли делал, охуенно, не надо будет прям люто так вкатываться. Пизду эту срезку. Ой, блядь. Что это такое? А почему вы так медленно едете? Видишь ли? Дорогой зритель, он скачет по срезкам, более-менее нормально в них попадая, чего у меня почему-то не очень получается. Так, 3-4. Так, где-то треть гонки пройдена. Блин, опять он жопу подставил. Ничего, все тут пидоры. Так. Атака по внутрянке вроде была успешной, но... Проблема вся в том, что меня опять выкинуло и... Ладно, проглотили. Сука, я опять разложился. Бесит меня этот момент. Это у тебя задний привод. Тебя постоянно спорт. Ну вот в таких вот затяжных поворотах это даже помогает. Но... не в резких переставках, как бы так сказать. Вот видите, он напрямую слегка отрывается, потом я его нагоняю. Петуфара, мы тут уже катались, по-моему. И, кстати, вообще нет трафика. Тоже это заметил. Я не пойму, этот пидоран отрывается, чешу? Не.
Это было красиво. Так, главное не обгадиться под конец банкета. А это, для этого надо очень весело и точно, самое главное, точно играть газом. Будет еще один ебанутый поворот. Куда полез, сучоныш? Сука, адреналин. Вон оно что, ловушка для дебила сработала. Ну, руль, ну что. Я в прошлый раз сделал 6 заездов в прошлом дубле на эту гоночку. Блять. Будет обидно просрать перед самым финишем. 90, 80, 90. Да, детка. Даже несмотря на лютый косяк в самом конце, я это сделал. Сука, аж пальцы заколотило. Было жарко. Так, попробуем средний. И левый. Да, детка. Посмотрим, что у него за ведро, кстати. Может быть, свой лансерич продадим. День, конечно, в него было вложено дохуя на эти мини. Охуенчик. Блять, аж руки затряслись. Не, ну реально, такой адреналин, что просто пиздец. Посмотрим, чей. Блять, у него еще и лансер менее злой. Угнуть хотел, не вышло. Не бит, не крашен. Из-под Нигера. Короче, катаемся до Астон Мартина. Так, стайлинг снимаю. Так, D500. Т750. Т750. Тюнячками там чё? Чего-то у него нет. Трансуха не экстра. Короче, тачка на продажу. И еще 18 тонн. Так, пересаживаемся на эту. Наличность 113. Поедем, апнемся. Там что-то, по-моему, все-таки открылось в тюнячках. Ну, я заодно и катки перетряхну. Чисто так, чтобы было. Потому что поставлю свои любимые грейвисы. Это не мотор. Трансуха. Как раз таки. Угу.
Нитра, по-моему, откроется после Минга. Резина после следующего боссика. Ну и Турбец только после Ронни. Дискач. Зигина. Все, вот теперь можно жечь. Посмотрим, что там по условиям. Блять, я опять выигрываю весь рейтинг. 4 пари. Давайте-ка глянем. Так. Можно, в принципе, за одну погоню взять. Ага, если появились шипы, значит, есть 4-й рейтинг. Если есть шипы, значит, появился 4-й рейтинг. Итак. Нам можно просто вообще не думать. Дайте-ка я посмотрю на хронометраж серии. Хронометраж серии еще маловат. Поэтому, знаете, как можно поступить? Пройти пару гоночек на обновленной машинке. А в следующей серии устроить лютую дичь и забуриться на целый час с ментами. Как тебе такое, Илон Маск? Короче, в следующей серии будем действительно. Так, SL500, CLK500, Lotus вроде бы. И мое японо-ведро. Ебать, что они вымырили. Там решили спилить. Кстати говоря, мне показалось, или тачка стала разгоняться несколько активнее. С новой трансухой. Но он кто-то тоже постарался. Реальной изи каткой. Главное сейчас никуда не втемяшиться. Ни в кого. Оп. Так, нитро сейчас лучше сильно не жечь. А теперь, когда поворота нет, можно и притопить. 272, как тебе такое, а? Подвинься ты, ебло. Говяжий. О! Как-то так меня мимо пропустили. Бля, вот это был подъеб подъебов.
поставить тикет после поворота, это надо было постараться так приебать. Здесь тоже закрыть обход. Тут гарпа. В принципе, высрал почти 200. Честно, отрывчик не кислый. Так, гоночки, гоночки, гоночки. А вот не знаю, стоит ли еще гоночек. Ладно, для затравки мы одну откатали. Так. Ну что ж, следующий заезд. На целый час с мусорами. За семью я, наверное, откланяюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого.